Мы с Рустемом бежим за пивом, потому что сейчас через 3 минуты его будет невозможно купить. Мы возвращаемся к вам с новостями, и они хорошие, мы успели. Спасибо всем, кто переживал. У нас все получилось. Хорошего вам вечера. Фух. Как он из стиля едет на рынок? Это кладовка вообще-то. Все. Илья, это туалет. Приехали на ночной рынок кушать. Вот, Ира приехала в Таиланд и кушает японскую еду. Какая она молодец. Мы на рынке и сейчас будем кушать кузнечиков. Готов? Да. Вкусно? Я на самом деле ради этого и приезжаю. Смотрите, Ребзи, я приручил птицу, она у меня на руке сидит. Серьезно, это прямо вот... Я не обманываю вас. Это все по-настоящему. Я ее назвал Антон. Антонио, это французская птица. Антонио! Оказалось, птица не француз, а испанец. Надо было догадаться, потому что, ну, имя-то у нее не Жан-Поль, не Франсуа, а Антонио. Знаете, у нее такой властный характер был. Прекрасный город Тайск. Тот, что под Солнечногорском. Хорошо. Порке, Антонио? О, Антонио. Вот. Я сам из Калининграда прилетал, бах, в аэропорту 2000. То есть, как бы, ну, доехать. Да, прикольно. Там полторы, это тебе, ну, вот очень-очень повезет. А сейчас я везу человека за 680 рублей.